yourself Sri Guru and Gauranga. Now we have come to Man Mandir at the lotus feet of C.C. Radha Man Bihari. Man Bihari. Krishna is the Bihari enjoying Radharani's Man. Yes, absolutely. Да, именно так. Ман is on two main types. Ман бывает двух основных видов. First, Ман the Sai Bhava, a foundational sentiment. Ман Sai Bhava. Snehas tut Krishna Thavatya. Madhuram Manayam Namam. Dāryatya-dakṣiṇyam sāmāna iti kirtyate. When affection becomes endowed with a new, fresh sweetness, когда привязанность наполняется новой, свежей сладостью, and takes on a crooked, the insubordinate nature, и принимает такую извилистую, непокорную форму, then it's called man. Она называется ман. For example, one day, Krishna came to see Radhika. Однажды, например, Кришна пришел увидеть Шримати Радику. So Krishna came to see Radhika, and Radhika had seen him. Her heart was melting with affection, and tears began to flow from her eyes. Кришна пришел к Радике, и Радика, увидев его, растаяла, и слезы стали течь из ее глаз. Но она подумала, я не должна показывать Кришне, что я так счастлива его видеть. А то он решит, что я покорна, как Чандравали. И она сказала Кришна, ну вот, ну зачем ты пришел с таким количеством коров, и они напылили, и теперь пыль мне ест глаза. И Кришна ответил, о, моя прана приятама, та, кто дороже мне всей жизни. Be still, and I'll blow cool air on your eyes and give you some relief. Пожалуйста, присядь спокойно, я подую на твои глаза, сдую из них пыль, и тебе станет легче. Радика сказала, нет, Кришна, вот это показушное проявление любви на показ тебе не помогут. Радика становится страктивой без всякой причины, но это очень очаровывает Кришну. Is the Vipralamba rasa, the rasa of separation, one type of separation. А другой ман это Vipralamba rasa, другой вид мана это Vipralamba rasa, это раса разлуки. Dampatya bhava ekatra, satura apyano raktaya. So viksha slesha, so vista slesha vikshadi virodha man uchate. It means that the lover and beloved are together in one place. Это означает, что когда возлюбленные и возлюбленные вместе, в одном месте, они очень привязаны друг к другу. Они хотят смотреть друг на друга, обняться. Но поднимается какая-то эмоция, и она их останавливает. Это ман, Випраламба раса. That may come with a cause or without a cause. И этот ман может прийти как с причиной, так и без всякой причины. If it comes in Krishna, it's always without a cause, because Radharani never does anything that could upset Krishna. Если этот ман проявляется в Кришне, Krishna does it, it's always for no reason. Если Кришна впадает в такой ман, то всегда это без всякой причины, потому что Радика идеальна. Она всегда ведет себя идеально, не дает никаких поводов. But if Radharani does it, но если Радика это делает, for a good reason, but it may also be without a reason. Может быть, на это есть очень веская причина, а может быть и нет причины. Because it's the nature of love to be very crooked like a snake. Потому что это природа любви быть такой изворотливой, как змея. Krishna does man sometimes. Кришна иногда тоже впадает в ман. Once Krishna was waiting for Radharani to come. Однажды Кришна ждал Радики. And she arrived there, but she was very late. Она пришла, но очень опоздала. И Кришна думал, вот когда я опаздываю, она очень злится на меня. И я сейчас возьму и тоже ман ей покажу.
Кришна сел вот так. И не смотрел на нее. Радика сказала: Шьяма Сундар, посмотри мне в глаза. With a straight face. Прямо смотри. You know that my mother-in-law made so many obstacles, and it was difficult for me to get out of the house this evening. Ты знаешь, что моя свекровь так много препятствий мне создала? Как сложно мне было прийти к тебе сегодня? I'm late, but you know it was not my fault. Я опоздала, но ты же знаешь, что это не моя вина. And I know that you're not actually doing mana. Look me in the eyes with a straight face. И я знаю, что на самом деле нет у тебя никакого мана. Посмотри мне в глаза, я наберу твое лицо. Because she knows if Krishna will look in the eyes, he'll smile and then. Потому что она знает, если Кришна заглянет ей в глаза, то он улыбнется, и тогда будет понятно, что никакого мана нет. One time, Radha Krishna came to a forest. They arrived at the same time. Однажды Радха и Кришна пришли в лес, и они пришли туда одновременно. Радхика подумала: сделаю-ка я ман. И когда они подошли к месту встречи, то Радхика села под деревом спиной к Кришне. Кришна подумал: ага, вот она думает, что она единственная здесь, кто может ману строить. Я сейчас тоже ей сделаю ман. И он тоже сел спиной к Радике, опершись на дерево. Радика подумала: я гуру мана. И сейчас этот ученик возомнил, что он может победить гуру. Никогда. So she's not moving. И она села и застыла. I will not be given. Today I'll be victorious. И Кришна подумал: нет, я не сдамся, сегодня я буду победителем. So it was a big disaster. И это была проблема. Rupa Manjari was there, she was looking at two of them. Рука Манджари стояла и смотрела на них. She was looking at the two of them. She was thinking, I decorated Radharani from head to toe. Она с подругой Манджари смотрела на Радху Кришну и думала: я с ног до головы украсила Радху. And then with great difficulty, I snuck her out of the house under the nose of Jutila Kutila and Abhimanyu. Мне было очень сложно, но я вытащила ее из дома прямо под носом Джутилы, Кутилы и Абхимани. Then I brought her all the way through the forest for a very long distance, and now they are together. And no pastimes. И я провела ее сквозь лес с большим трудом через все препятствия, и вот она пришла к Кришне, и нет никаких лил. And they're both so stubborn. Maybe this will go on all night. И они так упрямы оба, может быть, это всю ночь будет продолжаться. So then Rupa Manjari came up with a plan. И тогда у Рупы Манджари появился план. He said, Krishna, don't look at me from the corner in your eye of your eyes in that way. Рупа Манджари сказала: Кришна, не надо на меня так смотреть из угла глаза. Какие бы сигналы ты мне не подавал, это не поможет тебе утихомирить Радику. И тогда, когда Радика услышала эти слова Рупы Манджари, что Кришна подает ей сигналы, она встала, обрадовалась и подумала, что это я, что я победила. So Rupa Manjari wasn't telling the truth, she just said it. А Рупа Манджари не говорила правду. So then Krishna Parapi said, no, Rupa Manjari is lying, I'm the winner. You get off your mat first, not me. Кришна сказал: нет, нет, я победил, это я первый, это ты первая от мана отказалась. And then both began to laugh. И тогда and оба рассмеялись и начались эти игры. So Krishna is called Radha Man Bihari. И поэтому Кришна зовут Радха Ман Бихари. He's enjoying the sweet pastimes of man. Он наслаждается этими сладкими лилами мана. And if Radharani is really, really angry with him, но если Радика очень, очень сердится на него, then he also becomes very, in great anticipation. То он начинает испытывать такое предвкушение. Because he knows that after her man is broken, then her embrace will be more sweet. Потому что он знает, что когда этот сильный ман Радики уйдет, то их объятия будут еще более сладкими.